Уважаемые охотники, спортсмены и любители оружия, сегодня я рад приветствовать вас в студии Альянс ТВ и хочу вас пригласить на Московскую международную выставку Arms and Hunting 2017, которая пройдет с 12 по 15 октября в городе Москва в гостином дворе по адресу улица Ильинка, дом 4. Вы сможете посмотреть, а также подержать в руках и примерить на себя основные новинки 2017 года, а также уже проверенные временем модели огнестрельного, охотничьего и спортивного оружия, как нарезного, так и гладкоствольного, оптические прицелы, а также монтажные приспособления для них. Для вас, в павильонах, будут работать только самые лучшие профессионалы компании «Альянс», которые будут рады ответить на любые ваши вопросы. Оружейная компания «Альянс» является эксклюзивным представителем в России таких брендов, как чешская «Збурьёвка» ЧЗ, «Силлер и Белот», «Штрассер», «Миопта», «Пиета» и «Хуглу», и принимает участие в этой выставке, начиная с 2004 года. Я уверен, что в этом году наша экспозиция как никогда будет интересна охотникам и спортсменам-стрелкам. В этом году оружейная компания «Альянс» будет представлена в нескольких павильонах. В павильоне А50 будет расположена основная экспозиция. В павильоне С37 будет расположена продукция компании «Миопта». В павильоне Б10 компания «Альянс» представит турецкую компанию «Хуглу Тедна». По традиции, на этой выставке я буду представлять австрийский модульный карабин «Штрассер» РС-14 и «Соло», а также мы снимем несколько видеороликов о нашем участии в этой выставке. С нетерпением ждем вас на выставке. До встречи в Москве!